Может быть, сейчас что-то в конце получится. Турбин оставляет шайбу. Братья Ушенины и Горшков. На льду. Горшков сам себе пробрасывает на ход. Перевод на другой борт. Ну и вот сейчас. Вот сейчас, по-моему, наконец-то расставился Амур. А времени осталось 15 секунд всего лишь. И подправление. Гол. 1-1. И это празднует Владислав Ушенин успех. Там и Владислав Ушенин на линии передачи был, и Александр Горшков. Но в итоге шайба попадает в клюшку 71-му номеру. А я так понимаю, там еще от Дамира Шеребзянова. Не от Шеребзянова, да? Она отскочила, да. Мне тоже показалось, изменила. Владислав Ушенин-то шайбы коснулся. Да, да. Потом она в Шеребзянова и в ворота.